Здорово, друзья! Сегодня я с вами нахожусь на аккаунте подписчика, который выиграл у нас в розыгрыше, который, естественно, проходил в Телеграме, и он победил, можно сказать, на прокачку аккаунта. Сегодня мы находимся на его аккаунте, он нам приготовил небольшой бонус в виде всех вот этих вот денег, которые находятся на аккаунте, но также и приготовил одну небольшую подставу, потому что аккаунт совершенно пустой, на нем первый уровень. Ну и сегодня мы должны прокачаться от пистолета до фулл 6. И самое интересное, что трудность будет в том, чтобы сначала апнуть хотя бы 8 уровень. И уже с этим 8 уровнем нам просто банально нужно пойти на 5 карту и зафармить фулл 6. Ну, купить, кстати, мы их тоже не сможем, потому что уровня нам просто не хватит. Так что, как говорится, уровень хард. Давайте по-быстрому сделаем все миссии, которые здесь есть. А, ну мы в целом-то сделать особо ничего и не можем. Но все, что можем, сделаем. Хотя, на самом деле, вот уровень у нас не такой уж и большой. И чтобы дальше делать, нужен 8 уровень. Хорошо, придется чисто играть. Ну и, короче, мы с вами купим пистолет, чтобы это было немного проще. Ну, допустим, вот здесь вот у нас что-то да продают. Пишите в комментариях насчет того, стоит ли проводить розыгрыши на данную рубрику. Думаю, это круто, многим, может быть, понравится, но у кого нет вещей, для того это какой-то тоже бонус. Так, давайте купим еще защиту на всякий случай, да, чтобы она потом в будущем у нас сработала. Такс, теперь нам нужно закупить патроны, доступны только синие, ну и в целом, дальше мы просто не зайдем. Кстати, вот что насчет брони. 12 уровень. 12 уровень за день сделать нереально, потому что там, по-моему, максимум 11. Так что в этом будет своя трудность, и максимум, что мы сможем купить, это что-то вот отсюда вот. Хотя в целом, как видите, нам особо пока что ничего не выпало. Вот есть шлем. Если что, вдруг возьмем просто его. Ставим соло-режим. Туманный порт. Загружаем патроны. Ну, давайте возьмем энергетики, вдруг пригодятся. И погнали. Ну и не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Думаю, это важно. Ну и к тому же, в будущем, чтобы участвовать в такой рубрике, это вам точно пригодится. Весна на PlayRock. Наступили весенние скидки и большая распродажа товаров со скидками до 90%. PlayRock.com — это быстрый, надежный и безопасный способ купить UC-шки в PUBG Mobile. На PlayRock вы найдете выгодные цены, ну а также самый безопасный и быстрый способ оплаты. Ну и конечно же, вы сможете купить любое количество UC-шек со скидками. Сотни тысяч игроков покупают товары в любимые игры через PlayRock. И средний рейтинг на этом сайте целых 5 звезд. Ну а также более 700 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Покупай здесь надежно и безопасно. Ну а также PlayRock сейчас проводит в честь весны розыгрыш. Выполняйте простейшие условия и забирайте целую 1000 рублей на ваш баланс на этом сайте. Забирай подарок и покупай выгодно. Ссылка будет в описании. Ну что ж, нам нужно идти на школу. Ну, как минимум, хотя бы закрыть первых ботов. Конечно, можно было пойти на Гарнет Мэйшн, но думаю, на школе лучше попытаться завалить босса. Потому что это, ну вот, в разы прям выгодней. Хотя, правда, людей здесь тоже должно хватать, так что надо быть аккуратней. Ну, я бы не сказал, что прям у нас в руках что-то сильное. А, здесь включен автоподбор. Ну, кстати, неожиданно, потому что с ним я играть особо-то не умею. Слушайте, нормально. Первый жетон. Это круто. Ладно, поиграем с автоподбором. Не буду отключать. Хотя, еще подумаю. Интересно, мы успеем забрать босса до прихода человека или нет? Не успеем. Не, ну, кстати, с уроном явная беда. Ну, блин, ну, брат, ну ты сейчас заберешь босса, ну зачем? Да. Ну и, судя по всему, у него там пули прям нормальные, не то, что у нас. Но мы будем фармить хотя бы что-то. Thank you.
Ладно, он не голый. Я думал, просто он голый, а там, короче, фуловый сталик бегает. Просто осуждаю. Подбор, автоподбор отключить. Ну, мы хотя бы его напугали. Да уж. Ну, блин, даже не залутали своего, ну ладно. Ну, а что делаешь против, как бы, целой шестерки сталик? Понятно, что это будет очень-очень трудно. Такс, бизон, конечно, лучше, чем пистолет, ну, как показала практика, у него хотя бы скорострельность выше. Ну и попадать в целом с бизона, кстати, ну, не так уж и тяжело, потому что пушка достойная. Правда, конечно, закрыть шестерку вряд ли получится, но закрыть каких-нибудь четверок, то в целом, думаю, ничего трудного не будет. Ну и сейчас, конечно же, нам нужно каким-то образом, ну, подкрысить желательно игроков или что-то типа того. У него самого какая-то прям дурацкая пушка. Это тоже пистолет. Но правда, скорее всего, у него хотя бы есть разрывки. Кстати, там что-то началось. Это интересно. Так, нам нужно все подряд для того, чтобы потом в будущем хотя бы купить пятую броню. Ну или может быть даже МКшку улучшенную, кстати. Чел пытается с юмпа завалить босса. Так, но это не тот чел, который со скорпионом. Со скорпионом еще чувак жив. Да, это ужасно. Ой-ой-ой! Ха-ха, офигеть! Мы просто его снесли. Охренеть. Я думал, шансов вообще никаких не будет, но... Вот это вот, знаете, заторможение небольшое, оно очень сильно решает. Вообще интересно, сколько раз я попал ему по голове. Но я думаю, что явно немного. Так, в целом здесь можно надевать все на себя. Кстати. Кстати. У нас есть теперь юмп. Правда, у него перезарядка долгая и патронов не так много, но... Он, между прочим, тоже нормальный. Парапам-пам-пам. Я понял. Ну, зато мы хотя бы что-то вынесли, уже приятно. И, кстати, вот. Нам дали даже пятый уровень. Кстати, тут даже что-то дают за уровень. Ничего себе. Ну, нам, наверное, рюкзак пока что выгоднее. Хотя, типа, смысла почти никакого что-то брать нету. Так, ну что ж, продолжаем. Вот, правда, здесь людей много. И слева, и спереди. Ну и кого он ждет, интересно? Человека или нет? Ладно. Опа, нафига себе. По мне, по-моему, начали стрелять даже вдвоем. Шестерки лежат на этой карте. Вы серьезно? Вы прям серьезно? Вот это разве так делается? Я думаю, что нам нужно хотя бы, чтобы повезло со спавном. Денег хотя бы у нас много, благо, что патроны мы можем особо не жалеть. Но на самом деле, из-за того, что много шестерок, играть не так уж и легко. Да и к тому же голых типов с юмпа забрать иногда тоже порой
не всегда может получиться. Так, идем валить босса. Пока есть такая возможность, а то сейчас придут люди явно. Но они уже идут. Отлично, слушайте, просто отлично. Я бы сказал, что это даже уже похоже на что-то достойное. Короче, я заметил одну важную вещь. Я вроде перекрутил всю чувствительность, но почему-то как будто бы она все равно выше. Из-за этого будто бы попадать тяжелее. Не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что это не так. Вот они, топовый файт. Юм против МКшки. В смысле? Как он вообще ничего не залепил? Я просто в шоке. Ну да ладно. Не, ну это жестко, слушайте. Это жестко. Реальное отставание по урону и вообще по всем параметрам. Ну что ж, идем встречать. Раз уж выстрел, то никуда не денешься. Погнали. Вот зарезал бы нас у школы, потому что, судя по всему, босс вот этот вот стальной фронт, он ну прям реально выгодней. С него нам выпало намного круче, нежели чем падает, например... с босса на пауэрпленте. Хорошо, жетон есть. Но... А вот игрок. Нормально. А, ну у него в целом тоже ничего ценного. Блин, закрываешь шестерок, а с них выпадает какой-то полумусор. Офигеть, мы его забрали. Как? Так, с часики. Мне кажется, что нам выгоднее на самом деле просто выживать, нежели ходить тут и пытаться что-то зафармить, потому что нам нужен уровень. В любом случае. Так, интересно, какой вынос. 100 тысяч. Зато живы. Уже нормально. Вау, с возвращением вы получили добычу. Вау, у нас до сих пор 5 уровень. И, кстати, набрать что-то его прям... ну, реально трудно. Так что погнали по-быстрому, попробуем его набрать. Там чел с МКшкой. Затроллили. Интересно, какие пули у него вообще были? Ну да, ржавые. Походу, да, так и есть. Потому что, когда он по мне стрелял, урон был, ну вот, прям мизерный. Голый готов. Да ну. Вот лайфхакеры, блин. Брат, постой.
150 тысяч. Вау. Ура, 7-й уровень, наконец-то, слушайте, мы уже близки. Ну, хотя бы этого забрали. Отлично, этого тоже. И этого тоже. Еще один, да сколько можно? Кстати, смотрите, неплохо. Чего? 5-й рюкзак? Серьезно? От души? Сейчас мы бежим на выход, ждем, короче, определенное время для того, чтобы выполнить миссию, ну, чтобы выжить 10 минут, для того, чтобы получить, конечно же, опыт, который нам сейчас вот прям вообще нужен. Ну, а далее, в скором времени, мы уже сможем запуститься на 5-ю карту, на которую мы и будем фармить. Там, я думаю, будет уже попроще, потому что на 8-м уровне мы сможем купить хотя бы МК-шку улучшенную, там, какие-никакие обвесы, нормальные патроны. Ну, и уже посмотрим, что получится из этого. Правда, конечно же, брони нам снова же не купить, поэтому придется, возможно, листать черный рынок для того, чтобы хотя бы что-нибудь в нем выбить. В этот раз, кстати, получилось побольше, ну и хлам, конечно, собирал, но при этом 330 тысяч. Миссии, неужели мы их выполнили, блин? Так, если вы посмотрите на нашу выкладку, скажете, ой, дурак, но в целом особо выбора нету. Хотя деньги в запасе все же еще есть, но купить что-то прям реально годное мы, к сожалению, просто банально не можем. Так что идем вот таким вот образом. 5-я карта, соло-режим. И играть нам нужно прям очень-очень аккуратно. Так, давайте вот этот вот выкачаем и перекачаем, наверное, ускоренное прицеливание, потому что оно может помочь больше. А теперь погнали. Да, на самом деле я выгляжу вот прям максимально голым. Ну и в целом у меня 4-я броня, кстати, которая практически ни от кого и ничего не спасет, так что... Как мы будем защищаться, я просто не знаю. Нужно занять какую-то прям реально крутейшую позицию в доме, чтобы нас не нашли, но правда таких домов здесь особо-то и нету. Да ну, серьезно, серьезно, это просто, вот реально можно на таких людей обидеться, в смысле крысил там, то есть я просто хожу тут голый по карте пытаюсь выжить, а этот чувак просто сидит на школе крысит, серьезно, и главное чуть-чуть не успел среагировать, но камон, блин, вообще, что, какого вот ты там просто сидишь, я не понимаю, люди вообще что ли играть не умеют, спасибо, нам дали, ну почти ничего. Ну что ж, игра нам не оставляет никакого выбора. В целом, я думаю, что лучшим вариантом будет просто кого-нибудь закрысить. Забрали. А я думал, он убежал. Спасибо, спасибо. Не намного, конечно, она и лучше была, но в целом, главное, что лучше. Да блин. Да ну, так разве можно было? Вау, мы, кстати, в плюсе. Классно. Так, погнали, нам нужно быстро забрать босса, и с босса уже можем выбить что-то очень крутое. На самом деле с босса выпало, ну вот, прям такое себе.
Ну слушайте, все же подкрысить можно, но... Иногда это бывает очень трудно, и к тому же многое здесь, конечно же, идет на удачу. Так что ни в коем случае, если вдруг у вас есть такая возможность не сливать весь лут, то примите к сведению и не сливайте весь последний лут для того, чтобы вы могли подняться хотя бы там, допустим, на четвертой карте с каким-никаким лутом, закрыть пару боссов и уже чтобы у вас хотя бы что-то было. Блин, нет, 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 зачем? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сладенько, просто сладенько. Какая выпала. Капец, вы заметили, мы вообще еле-еле тащимся, у нас такая мизерная скорость. Вообще нет ничего на скорость, да и к тому же и буста нету, и все тяжелое. Но выносим зато мы целый миллион. Я думаю, теперь тут уж должно быть намного проще. Берем вот так вот, вот так вот, вот так вот. Шлем можно пока ставить так. Ну что ж, к бою готов, погнали. Я, конечно, не знаю, насколько здесь вообще прям будет идеально заходить наверх. Но похоже, что нам нужно это в любом случае сделать. А теперь ждем. Так, ну хотя бы кто-то с этой стороны пришел. Там, кстати, чуваки бегают, но почему-то вот сюда вот никто не идет. Ага, кто-то забегает. Страшно, слушайте, страшно. А он хитрец. Опа, готов. Не, по-моему, его вообще полностью раздели, если честно. Другой разговор. Там еще, кстати, кто-то подошел. Отлично. Наконец-то. Ну что ж, я думаю, на этом мы завершим наше похождение. Хотя мы не вынесли, допустим, шлем, рюкзак. Но при этом у нас есть кое-что
немного ценнее. Это две МКшки высшего качества. Мы их даже не покупали, ничего. То есть, по сути, мы даже это купить и не можем. Также давайте откроем все ящики, которые у нас здесь вообще существуют на данный момент. Потому что в целом награды тоже высочайшие. Но и открыть по 3 кейса это прям дорогого стоит. Так, броник. МП5К. Вышка, кстати. Слиток чертеж, типа, можно продать. Не так уж они и цены. Хотя так-то нужны в любом случае, но деньги важнее. Броня стальной фронт. Пушка. АВМ. Нормально, кстати. Дорого. И пулемет. Теперь на этом аккаунте есть вообще практически все. Главное, что много пушек, и с этими пушками, думаю, подняться в любом случае можно. К тому же у нас куча-куча броников. Есть, конечно, естественно, минус то, что мы не можем ничего купить, потому что нам придется листать вот эту вот штуку. Ну, давайте добьем, вот, возьмем шлем. Но также что-то продать для того, чтобы снова поиграть, здесь теперь тоже есть. Друзья, на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, подписываться на телеграм-канал, в котором, кстати, скорее всего, и будет проводиться розыгрыш на следующее такое вот участие. Ну и, друзья, не болейте. Увидимся завтра. Пока.